Веди хозяйку места этого. Веди сюда. Открывай. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем вам про одно очень загадочное и интересное место, расположенное в самом центре Москвы, в 2 километрах от Кремля. Речь пойдет о доме 26 на Мароновском переулке. В наши дни здесь располагается Государственный академический университет гуманитарных наук ГАУГН. И именно сотрудники этого образовательного учреждения пригласили нас изучить одну леденящую душу историю, через призму которой прошли как наши с вами современники, так и люди дней ушедших. По легенде, до 1917 года это здание принадлежало одной единственной хозяйке, которая содержала здесь публичный дом. В годы революции здание национализировали большевики, а хозяйка исчезла при загадочных обстоятельствах. В 90-е годы здесь располагалась редакция издательского дома «Наука», а в наши же дни здание перешло под окончательное ведомство ГАУГНа. И именно сотрудники науки и ГАУГНа сообщают нам, что по адресу Мароновский переулок 26 даже в наши дни происходят загадочные вещи, связанные с таинственным исчезновением первой хозяйки этого дома. Судите сами. В здании постоянно сбоит одна из камер, произвольным образом включающаяся в одно и то же время ночью. И даже сотрудники IT-отдела университета не знают, с чем это может быть связано. Не можем никак это объяснить, непонятно. А самое, что интересное, так это то, что дух хозяйки этого дома выходит на контакты только исключительно с женщинами. Я с ней сталкивалась один раз, это было... В 2019 году. Беря в расчет все вышесказанное, сегодня в наших съемках подавляющим большинством будут фигурировать девушки. Так, например, наша боевая подруга Лиза отправится в здание одна ночью, чтобы почувствовать на себе все легенды, не зная, что ее хотят разыграть. Ё, ничего там страшного нет, забей. Я хочу домой. Опросим сотрудников и учащихся ГАУГНа на предмет странных событий, происходящих в этом здании. А также пригласим 2 ведуний для того, чтобы произвести настоящий ритуал по призыву хозяйки этого дома с последующей ночевкой в комнате, где располагалась ее основная спальня. И знаете что? Кажется, вечер перестает быть томным. Внимательно прочтите перед просмотром. Друзья, вы знаете, что мы почти никогда не рекомендуем в своих видео ничего такого, что вело бы вас на сторонние ресурсы. Но сегодня тот редкий случай, когда мы делаем исключение и хотим познакомить вас с каналом «Ракеты». Вашему вниманию представляется очень качественный материал. Съемка, монтаж, звуковое оформление, режиссура, обложки – все выполнено на высоком уровне. В своих роликах он посещает привычные нам локации типа заброшенных усадеб и детских лагерей, выжимая из них максимум с помощью инженерных изысков и самодельных устройств. Призываем вас поддержать канал посредством оформления подписки и просмотра роликов. Помните, хорошего контента много не бывает. Ссылку на канал ищите в описании. До того, как мы попытаемся установить связь с духом хозяйки этого места, как бы это ни звучало, и проведем здесь ночь, давайте вначале пройдем краткий экскурс на тему того, почему вообще все эти эксперименты должны быть интересны и нам, и вам. Если говорить о самом здании, то точно даты постройки, к сожалению, нам неизвестно. Если вы посмотрите различные кадастровые выписки, то там 100% напишут 1917 год. По одной из легенд,
этот дом был построен как доходный. То есть у него была одна владелица, и по легенде это женщина, которая сдавала свои квартиры одиноким женщинам. Во-первых, этот дом с конца 70-х годов по 1991 год был буквально домом-призраком. В 70-е годы было принято решение снести всю эту московскую старину, построить художественный лицей, построить современные дома, детские сады, школы. И все эти дома были снесены, кроме нашего дома, где теперь, собственно, считается это основное здание университета, наше основное гнездо. Пришли строители, сносили соседние дома, подошли сносить этот дом, а оказалось, что в нем продолжают работать научные сотрудники и редактора научных журналов Академии наук СССР. Они вышли, стали возмущаться и говорить: почему вы собираетесь нас сносить? Никак нельзя, нас еще не переселили. И строители в лучших советских традициях взяли, поставили галочку, что дом снесен, объехали его и продолжили дальше сносить другие здания, рядом стоящие. И так получилось, что по бумагам, по всем получалось, что этого здания уже и нет. Оно уничтожено, разрушено и списано. Здравствуйте. Добрый день. Мы по делу, так сказать. По делу, да. Чтобы никого не задерживать. Вот сейчас нам проведут мини-экскурсию, получается. Ну, не экскурсию, а просто обозначить ключевые точки. Посмотрим, что к чему, а потом будем думать. Пойдемте. Если прислушаться, слышно, как за ушами трещит. Знаете, что это? Это грызут гранит знаний. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот эта комната, да? Ну, вот так получается. Ну, выглядит не страшно. До революции здесь был публичный дом. В публичном доме, естественно, была хозяйка, которая все это держала. И по одной из версий, их несколько, она была очень красивая, но очень миниатюрная. И у нее были апартаменты на последнем этаже, на четвертом. Там даже проходы маленькие были. Там лестница уже значительно. Вот. И что... Во время революции она пыталась там каким-то образом спрятаться, но, к сожалению, ей это не удалось. Все-таки туда ворвались, ее убили, и потом тело это замуровали там. И вскрыли его уже якобы в советское время, все это нашли, что там был ее кабинет. Вот этот четвертый этаж – это прямо и вот место, где она жила. То есть это, вот смотрите, вы если заметите, тут очень небольшие двери, не очень высокие. Ну, это, видно, уже пристраивали, да? Вы на четвертом этаже были или нет? Вы могли, наверное, заметить, что он в более таком аутентичном стиле остался. То есть, если мы остальные этажи сделали именно более так, по-современному ремонт, то он остался именно в таком более первозданном виде. И вполне вероятно, что кого-то могли там замуровать. Честно, я ничего не могу сказать на эту тему. Ну, пойдемте. Когда, собственно, большинство страна была крестьянской и встал на пути индустриализации. В итоге из деревень пошел большой миграционный поток в главные крупнейшие города России. И жилья, конечно же, не хватало. И она сдавала... И тогда плата была посуточная. И каждый вечер она ходила в обход и собирала со своих девушек плату. Вот ты тут будешь, да, спать? А чё? Ну, я бы тут спал. Я бы тоже. Ну, чё, ты не чувствуешь, Серёж? Ну, холодно. Вон корабль, вижу. Что у нас здесь было? Я просто, смотровая. Она смотрела за тем, чтобы вот к ней никто не подобрался, так сказать. Чтобы никто не забрал ее богатство. Опасаясь претензий к себе со стороны государства или бандитов, она оборудовала себе тайную комнату, вход в которую был через шкаф
и специальным рычагом открывалась дверь, и она туда уходила. А когда приезжал городовой и требовал хозяйку дома, или какие-нибудь бандиты, которые хотели бы, условно говоря, крышевать этот бизнес, то найти ее никак не могли. Потому что вроде бы она и была где-то здесь, а в то же время ее и в здании не было. Отсюда она следила? Ну да. Отсюда... Потому что как раз вот окна с четырех сторон. Ох, ничего себе, куркуль какая. Имеется в виду же, которая женщина, которая куртизанок типа тут размещала. Ну, да. Ну условно говоря. Да. Ну да. Ага. Заметили странную особенность, что у нас на восточном крыле между третьим и четвертым этажами периодически в одно и то же время по ночам на несколько секунд отключается одна из камер. Не знаю, почему это так происходит, но вот в одно и то же время каждый день, буквально там на 30 секунд, на всех записях и в облаке тоже везде у нас есть пробел временной. На других камерах такого нет. Не можем никак это объяснить, не понять. Вот это камера, которая записывает периодически пустоту, короче. А, это вот тогда та камера. Пойдем-ка то ее посмотрим вначале сейчас. Вот она, получается, вот эта камера. Вот эта камера, видишь? Та самая камера, которая периодически какое-то время отключается. Да, в одно и то же время, там несколько ночей подряд. Это случай не единичный, и вот конкретно про эту камеру говорят многие, кто учится и работает в институте. То есть она вот на нас сейчас смотрит, и получается вот где-то здесь что-то происходит, она что-то фиксирует. Даже может быть что-то незаметное. И я думаю, мы поставим тут свои камеры сегодня, посмотрим, что они снимут. Вообще мы везде тут, ну не везде, а по ключевым местам, может в какой-то кабинет, ну где слухи какие-то были, там будем ставить свои камеры, посмотрим, как они будут глючить. А где-то год назад у нас проходила аккредитация. Это было довольно тяжелое время, потому что сидели на работе буквально с утра и до ночи. Нам приходилось очень много работать, очень много документов надо было подготовить, все надо было проверить. Поэтому некоторые люди буквально здесь ночевали. Так вот, одна сотрудница здесь заночевала. Вроде бы все было как нормально, но когда пришли уже с утра сотрудники, они стали замечать что-то странное. Ну, самой большой странностью это было то, что у нее на голове была фольга. Ну, мало ли. Ну, как бы и особо никто, да. Ну, вроде все нормально, ну, мелочи. После этого каждый вечер, перед тем, как прийти домой, уйти домой, она начала включать колокола на работе, то есть звон колоколов, чтобы очистить помещение. Ну, вначале подумали, что это какая-то шутка, но она это делала регулярно и на полном серьезе. Держала их минут по 10, это слышали все. И она говорила, что этот звук очищает здание. Но вскоре она уволилась с формулировкой «я больше не могу работать в этом черном месте». Черным она подразумевала именно энергетику, которая здесь есть. И именно она просто убежала от какой-то темной силы, как она сказала. Но насколько именно это правда, я не знаю. Я с ней сталкивалась один раз, это было в 2019 году. У нас была очень большая проверка, мы здесь тоже работали допоздна, до ночи. И когда уже ушли все проверяющие, вот мы наконец-то выдохнули, все, ребят, по чашке кофе, потому что надо как добраться до дома. И я пошла с посудой в сторону нашего санузла, и там же рядом лестница. И я совершенно четко его услышала, причем мы были абсолютно трезвы, мы были просто очень уставшие. Как по лестнице поднимается
задорный женский смех. Вот как смеются красивые женщины. Я тут же, естественно, вышла на лестницу, и, разумеется, там никого не было. И я совершенно точно знала, что никого наверху нету, потому что даже третий этаж, по-моему, у нас был еще не до конца отремонтирован. Там и сидеть-то особо было некому. Но вот этот ее смех я четко услышала, я поняла, что она смеется надо мной. И вот тут как раз стало понятно, что та самая старушка, которая ходит в полнолуние по ночам по этому зданию, и нападала, атаковала несчастных женщин, сотрудниц издательства «Наука», и была той самой хозяйкой этого дома, которой те девицы остались должны за аренду. И дух ее, очевидно, судя по этой легенде, не успокоился и продолжает периодически приходить. Поэтому, когда я был ректором университета, я строго-настрого запрещал всем девушкам и женщинам нашего университета оставаться здесь сверхурочно позже, чем 21 час, чтобы все уходили домой и не работали. А работали по ночам, работать должны были и могут только мужчины. В этом здании на Мароновском, 26. Фабула первая. Девушка в здании. Сейчас мы тут, Серега, стоим ночью возле этого института. И в помещении сейчас находится наша боевая подруга Лиза. Ну, не совсем наша боевая подруга. Скорее всего, она сейчас жертва эксперимента. Мне нужно пройти на второй этаж, найти там ключ, чтобы открыть комнату. Вот, смотрите, там... Значит, красный свет у нас. Распихали там дофига фотоловушек, поставили чучело Райана Гослинга. Ее задача взять ключ возле красной лампы, обернуться, увидеть Гослинга, испугаться или не испугаться, подняться до самого верха. И там ждет ее сюрприз. Наверное, не надо говорить, что там будет. Ну ладно, да, мы установили растяжку. В виде Шурена. Знаешь, маленькие покосники. Вот, посмотрите на институт ночью. Очень аутентично смотрятся фотографии. Проси, что он делает? Лиза, что там? Райан Гослинг! Смотрите! Райан Гослинг! Я рада его тут видеть. Все в порядке, я дошла до красного света. Красава, продолжай путь. Вот у нас ключ. Сейчас я его... Лиз, помни, что ты там одна. Тебе никто не придет на помощь. Замечательно, это очень радует. Помни, что только женщинам там что-то происходило с женщинами. И Райан Гослинг, кстати, там родной, это не наш. Просто так совпало. Теперь нам нужно идти на четвертый этаж с вами по лестнице. Райан Гослинг, я вам скажу так, это сделано, чтобы усыпить ее бдительность. Понятное дело, что это не наш козырь. Козырь заключается с Сашей. Лиз, ты где сейчас? Я на лестнице. Повернись назад. Это так. Чего? Медленно обернись назад. Обернулась. Расти показалось просто тут, ну, с улицы показалось. О, да, действительно, там кто-то был. Сейчас. Так. Иди, заканчивай маршрут до финальной точки. Мы тебе потом скажем, что мы в окне увидели. Нет. Сейчас я направляюсь в самую жуткую часть этого места. Я не знаю, где я. А, нет, я на третьем этаже. Она на третьем, а ей на четвертый надо. Тебе на четвертый этаж нужно, поднимайся. И, возможно, ты сейчас находишься в другой эпохе. Я поднимаюсь в самую жуткую часть моего эксперимента. Мне страшно. Нам тоже. Я дошла до четвертого этажа. Вот знак. Его нужно отставить. Установка по кайфу. Открываю дверь. Саша, готовься. Санек, твой звездочёт. Видите, руки трясутся, я не могу ничего с этим сделать. Меня прям потряхивает.
Ну, эмоциональная, да. У меня не получается открыть дверь, как видите. Что-то как-то... А. Ребят! Да? Ну, я дошла до комнаты. Я попыталась открыть дверь, у меня не получилось ключом. Я ее дернула. Она начала открываться и резко запахнулась. Подожди, ты до каком этаже? На четвертом я этаже. Где огнетушитель? Да просто зайди, Лиз, ну чё, какая, блин, ты чего? Я сегодня там был, конфетки оттуда тырил, которыми тебя угостил. Да, ничего там страшного нет, забей. Я хочу домой. Погоди, у тебя нормально все? Мы ничего-то не поняли. Да нормально, нормально. Мне просто очень страшно, и дверь реально запахнулась. Захлопнулась. Запахнулась, нет такого слова. Все правильно. А, это сквозняк, может быть, какой-нибудь лист, вот это. Ветер очень сильный, не делай всем голову. Заходи, снимай и возвращайся обратно, мы тебя ждем. Господи, я тут такую драму развела, я реально. Это наш призрак. У тебя нормально все? Да, все нормально. Как видите, здесь очень милая атмосфера. Красные подушечки. Это, слушай, это Илюхина идея была. Это не так. Все, я выполнила свою миссию, получается. Даже призрака нашла. У меня трясутся руки. Это было очень страшно, потому что, ну, я не знала, что меня ждет такая подстава. Ну чё, как? Нормально. Встретила Райана Гослинга? Да. Не испугалась? Райана Гослинга нет, его, да. Это отвлекающий маневр был с Гослингом, мы специально так сделали, что ты подумала, как ты... Ты сильно испугалась? Да, я же вам раз и говорила, что дверь захлопнулась. Ну, не так себя человек ведет, который испугался. Вы потом посмотрите, как я себя вела. От радости, что это всего лишь Саша. Фабула вторая. Дух хозяйки. Сейчас мы с Алексеем ждем особо гостей. Да, это две ведьмы. Вот, и они будут проводить некий ритуал, после которого мы останемся в этом помещении здания на ночь. Ну да, разбредемся по разным комнатам, и там в мешках будем ночевать, и мы будем наблюдать. Но я думаю, можно сказать, что мы попытаемся выйти, ну, они попытаются выйти на контакт с духом этой хозяйки. Почему мы позвали вообще сюда двух ведьм, условно будем так называть? Во-первых, у женщин по истории, вообще по поверьям, у них сил магических намного больше, как и открытый третий глаз, вот эта чакра и все такое. Вот, и еще плюс ко всему, здесь исключительно женская энергетика преобладает, и, как говорят, угрозы исходят только женщинам. Да. Поэтому для чистоты эксперимента мы на все наши сценки, так скажем, и ритуал пригласили именно дам. Не то, что мы голодьба мужицкая. Да, мужиков она любила, кстати, если послушать, то мужиков она любила, потому что, ну, мужики — это круто, ну, что лукавить. Ну, в смысле, ну, как женщина думает, любая женщина думает, о, мужик — это офигенно, когда они нас видят. Ну, не нас, а именно с тобой. Ребята, представляем вам ритуал уникальный. До сих пор такого в наших выпусках не было. Это уже будет 62-й выпуск. И сейчас мы вам покажем настоящий ритуал с настоящими ведуньями. Раду мы, скажем так, еле вытащили буквально, потому что она пропагандирует образ отшельника, да. И Афина, соответственно, как бы тебя представить правильно, как наставница? Наставник просто, наставник. Да. Да, вот. Мастер в отшельничестве еще больше. Да. И сейчас под нашими ногами все вот эти атрибуты, жиоды, свечи. Я бы сказал, у нас тут кружок по интересам нарисовался. Вино, сердце говяжье, сигареты, апельсины, чупа-чупсы — это подношение. Атрибуты — это настоящая челюсть косули. Сереж, для чего мы это делаем? Мы это делаем для возможной активации энергии в этом помещении, потому что в этом помещении есть так называемая, условно, будем
называть ее хозяйка. Хозяйка – это женщина тех веков, с которой были связаны абсолютно все ключевые события в этом помещении. Ну, знаете, обычно, когда приезжаешь, говорят, там надо 10 лет пожить, чтобы что-то увидеть. Мы не хотим 10 лет жить в Гаугне. Да, тут быстрее выпускаются. Там 5 лет хватает. Да. Поэтому мы хотим провести здесь ритуал, и после активации, так скажем, энергии, впоследствии мы останемся здесь на ночь. А по поводу 10 лет, кстати, вот у нас за спиной оператора человек, который 6 лет отдал этому институту. О, Сережа, русские тайны тоже здесь? Да, я здесь. Привет. В родных стенах. Ну ты заходи. Заходи. Давайте ритуалить, начнем магию скорее. Сразу говорю, если мы будем смеяться, извините, но нам уже разрешили, что ничего страшного. Давай, читай призыв. Ну, у нас все под контролем пока? Да. Поверь, если что-то выйдет из-под контроля, ты это явно заметишь. Если что, сразу кричи «бежим». И все. Ты пока скажешь «Б», мы уже внизу будем. Яви себя, если ты здесь. Задняя свеча прям на тебя дует вся, а все остальные спокойно стоят. Я просто ее чувствую. Она прям на нее фигарит, посмотри. У меня в ноже она концентрирована. Я нож положила, у меня нож прям вибрирует. Только одна свеча, прикинь. Смотри, она прям ей в спину фигарит. Веди хозяйку места этого. Веди сюда. Открывай. Девочка, чего ты там стала? Дорогая, хорошая. Она не старая. Она здесь жила точно молодая. Точно молодой дух женщины. Не умирала она здесь точно. Костей тут точно ее нет. А кто телевизор включил? Саш, ты включил телевизор? Я тоже видел. Но это не упокой. Слышите? Не-не-не, это не мы. Вы на видео засняли, телевизор включился. Кто-то разыгрывает. Но у него нет пульта. А выключился. Тебе говорю, иди сюда. Да не бойся, да не бойся, да не бойся. Кликаю, выключи. Иди сюда, я тебя зову. Портал здесь оставляю. Выходите, выходите на ночь. Кликайте, выкликивайте духа дома этого. Никакого
деструктива не несет. Она несет насмешку. Такая прям: «Ха, ты, заучка, что, твой ум помог тебе? Помог твой ум? А я вот сделала на себе. А такие, как ты, тыкали мне, тыкали, что я такая шлюха, там еще что-то. Просто вот прям у нее ненависть идет вот к этому, вот прям типа в моем доме и против меня». Она вытравливает тех, кто ей не нравится, кто слабый, вот кто... Полтергейста здесь нет. Именно вот неупокоенной души. Тут именно, как поняли, эго ее застряло. Она вот душу сюда потратила, деньги вложила, ремонт, типа думала, какой делать, вот проектировала. А ей пришли такие: нам все равно, уходи. И она такая ушла. Собственно, делать-то нечего, умирать не хочется ей. Но душа ее здесь осталась. Она считает несправедливым то, что ее из ее дома выгнали. Опять свеча дует ей в спину. Сквозняк? Но она не маленькая была. Она такая, 165 сантиметров, где-то очень-очень... Смотри, все миловидная. Свечи в круг дуют, смотри. Прям вот это. Очень миловидная. Одна прямая стоит. Ну, ты же видишь, да? Ну, даже если так, то что? Магия. Ее злит, что здесь все помещения по-другому перестроены. То есть она ходит и не узнает свои комнаты, помещения. То есть он говорит, здесь прям все чужое. Они типа вот мое здание, мой дом перестроили, поменяли все здесь. Она пытается свою комнату найти, не может. Тоже поменяли. Вот ее комната, где была, прям стена стоит. То, что все, видели, какие-то, да, стены, какие-то стены везде понаставлены. Жили вот женщины, у нее как доходный дом, тут ни в коем случае не было никакого отдельного борделя. Здесь были комнаты, и эти комнаты снимали путаны, и с ними были конфликты. Из-за того, кого не водят, из-за денег там просрачивают. Прям все проблемы из-за баб. Вот тут от нее идет такое. Сейчас она где? Здесь. Везде. Она вот везде. Помещение. Ее энергетика. Да, она здесь, но она как бы везде, как Рада говорит, что она пропитана. Это место пропитано. Но если вам интересно, где четко она стоит сейчас вот там. У окна? Да, вот там. Она может дать знак? Просто давай, выходи, выходи, проявляй себя. Что ты мне сделаешь, если я буду трогать твой дом, бить твой дом? Ну, немножко побесим ее. Что ж делать? Опа! Упала, видел? Опа! Опа! Упала, видел? Да, я видел. А кто задел? Никто не задел. А кто телек включил? Не знаю. Это не подвластная информация мне. Друзья, пришло время рассказать вам про наш телеграм-канал. Тот самый, в который мы публикуем не вошедшие в основные выпуски кадры. Например, в текущий выпуск из-за ограничений в метраже не вошли кадры того, как мы обходим институт после ритуала. Можно пройтись, попробовать посмотреть, что там вообще идет от здания. Хочется прям тянет куда-то в коридоры ходить. Вот. Кровать, то есть окно. Вот так расположена. Она заходит отсюда же, как мы зашли. Опа! Потому что вход чего? В нее точно... Я ничего не трогал. А также для того, чтобы сохранить атмосферу серьезности и таинственности, нам пришлось обрезать подавляющее количество шуток в этом выпуске. Мне вот со стороны смотреть, как многие вот эти мамкины-заводчане, ну, не обижайтесь, просто нас все время на завод отправляют, поэтому мы тоже будем пользоваться этим словом «завод». Ну вот, как мамкины-заводчане, знаешь... Вы еще не видели, что в жизни бывает? Ритуал – это хуйня. Ну, я думаю, вот сюда включим мы. Это что это за помещение? Покажи Райан Гослинг. Слушай, ты можешь все разы вставить, пожалуйста, сколько раз я его испугался? Мы обязательно опубликуем все эти фрагменты в нашей телеге, когда придет время. Поэтому подпишитесь на нее, если хотите увидеть больше деталей. А еще телега нам нужна для того, чтобы общаться с вами, делиться кадрами из наших повседневностей и обсуждать планы на будущее. Ну и в конце концов, банальная, хоть и теоретическая, блокировка Ютуба не сможет
может разлучить нас с вами в случае чего. Поэтому будьте так любезны, если вы еще этого не сделали, то пройдите по ссылке в описании под этим видео и подпишитесь на наш Телеграм. Заранее благодарим. Ребята, 2 часа, короче, 3 часа ночи, 3 час, уже 4 скоро будет. Мы только вот сейчас разошлись, все наши эксперты, гости. В общем, что ты можешь сказать про ритуал? Слушай, ну когда ритуал начался, мне показалось, ну я не знал, как я буду на это реагировать, но во время ритуала, когда она начала играть на вот этом инструменте, и Рада начала шепотом что-то зачитывать, я получил какой-то или лютый блэк начнется, но мне стало интересно в какой-то момент. Я действительно понял, что если в это погружаться, когда вот это все антуражно, так атмосферно делается, вот эти свечи, все атрибуты, аксессуары, какие-то специфичные одежды, одеяния, это смотрится, но как минимум интересно, потому что ты это слушаешь, погружаешься, а еще ты наблюдаешь за свечами, которые там очень хаотично играют пламенем. Вот, плюс ко всему начинается, ну, типа сквозняк, окно закрылось, дверь хлопает, что-то стучать там, когда все в комнате. Вот это придает некий антураж. Это, короче, резюмируя, мне понравилось. А у меня все это время вот не покидало такое чувство, как будто это со мной уже когда-то происходило. Как будто я все это видел, как будто это уже открытая книга, которую я перелистываю вот ускоренно, потому что я все это читал когда-то. Это неплохо, это нехорошо, но просто у меня такое ощущение, как будто я проживал эти дни. Именно во время этого ритуала началось. Почему так, я не знаю. Фабула 3. Пока мы спим. Итак, пришло время поговорить о том, что же снимали наши фотоловушки. Не будем мусолить то, как мы их устанавливали перед самым сном, потому что ничего примечательного в этом не было. Просто скажем, что одну фотоловушку мы установили как дубль институтской камеры, которая постоянно глючит. Одну фотоловушку мы установили в комнате с Райаном Гослингом. Одна камера была установлена в зале, где проводился ритуал, и где будут спать Илья с Сергеем. Еще одну камеру мы установили в кабинете, где будет спать Шурен. И одна фотоловушка будет наблюдать за тем местом, где камеры института постоянно снимали плазмоиды. Ранее мы об этом не рассказывали, потому что у нас нет, к сожалению, видеодоказательств. Само собой, все то, что снимут в это же самое время камеры учебного заведения, руководство университета нам также предоставит к изучению. Ну и последняя фотоловушка была установлена на самом верху, где, по поверьям, когда-то находилась спальня таинственной хозяйки дома по адресу Мароновский переулок, 26. Последнюю камеру вот здесь я ставлю. Получается, уже на последних силах, морально-волевых, там уже рассвет. Ну, самые-самые первые нотки его. Ну, и я буду спать на этом диване, не знаю, возможно, у меня самое удобное место и одновременно самое неудобное место, но вот здесь жила когда-то женщина, у которой такая история богатая. И вот в 4 утра ложусь спать я на этот самый диван. Вот. Камера, он на... ну, меня будет снимать, и все помещение получается. Так что увидимся уже на разборе полетов или вообще в следующем выпуске, не знаю, как это пойдет. Ребята, короче, я сейчас спал и во сне такое ощущение, как будто то ли по крыше что-то ударило, то ли по полу. Я так и не понял, что происходит. Вот тут у нас книги падали. Не тут у нас книги падали. У нас, короче, где-то тут книги падали, но это не похоже на книгу. Это как будто прям ногой кто-то тарабанил по листу металла. Прям звук явный был. И что-то я прям камеру схватил, не знаю, что я снимать-то. Что-то тут где-то бурнуло. Либо мне приснилось уже, я в полудреме был. Сюда мы не вылезем, да, уже? Получается, сейчас мы сюда
залезаем, когда солнце встает. Так, я вышел оттуда, это, короче, вот по этой крыше. А, блин, может, птицы какие. Жесть, я настолько спать хочу, я даже не понял, напугало меня это или удивило. Да, рассвет вот откуда-то оттуда идет. А удар по крыше был вот где-то здесь. Не знаю, как это еще комментировать. Сейчас схожу, еще раз попробую уснуть. Так все же, что же запечатлели камеры той ночью? Давайте тезисно пройдемся по ключевым моментам. Итак, представьте. Ночь, тишина, пустое здание института. Камера, снимающая коридор с плазмоидами, фиксирует вот такой звук. Ничего необычного, просто индустриальный шум. Фотоловушка, фиксирующая происходящее на лестнице, где постоянно дает сбой камера института, тоже записала пару странных шумов посреди ночи. Будто кто-то двигает что-то тяжелое по полу. Опять же, ничего подозрительного в этом мы не приметили. А вот что странно по-настоящему, так это то, что в отличие от всех остальных камер, именно эта фотоловушка всю ночь снимала происходящее в режиме дневной съемки. И только когда за окном окончательно рассвело, перевелась в режим съемки ночной. Учитывая предысторию этого ракурса, это действительно занятный сбой. Камера, установленная в зале, где проходил ритуал, записала момент падения предмета, который, по всей вероятности, и разбудил Алексея. Вы можете оценить, насколько громко это было, учитывая, что источник звука, предположительно, находился на крыше, через этаж от этого места. А еще здесь, в открытое окно, было слышно, как то ли кричит какая-то птица или животное, то ли плачет ребенок посреди ночи. Звук также был разовый, и природа его происхождения все-таки остается под вопросом. Все вышесказанное, на наш взгляд, не является чем-то необычным. Просто набор индустриальных шумов, которые максимум могут служить лишь тренажером для развития фантазии. А вот камера, которая находилась в комнате с Райаном Гослингом, сняла действительно любопытное действие, во время которого стул за одной из парт будто бы кто-то толкает. Мы знаем, что в этот самый момент вы уже пытаетесь написать комментарий на тему того, что так не бывает, и мы втюхиваем вам дешевую постанову. Однако не спешите с выводами, а просто гляньте вот на это. Странные и непонятные вещи, на первый взгляд, как правило, объясняются очень легко и быстро, если напрячь извилины. Все объясняется достаточно просто и... Сейчас я вам покажу, как это на самом деле выглядит. Вот у нас есть один стул, а вот прям как в анекдоте, в присказке, второй стул, так? Во время занятий учащиеся института Гаугн встают, и один из стульев во время того, как человек с него поднимается, легким движением чуть-чуть наезжает на второй стул. Вот так вот примерно. Отхожу в сторону, вот, один стул на другом висит. Зафиксировал я попытки с десятой. Начинаю прыгать. По-моему, это элементарно. Хотя мне, как и вам, хотелось бы верить, что это объясняется как-то иначе. Но если рывок стула мы можем объяснить базовыми принципами физики, смоделировав аналогичную ситуацию буквально сходу, то следующие кадры мы не знаем, как комментировать, потому что у нас нет под рукой нужных предметов. Не знаю, что это.
Итак, на следующий день после того, как мы уехали, в аудитории, где спал Шурен, крышка от интерактивной трибуны сама начинает открываться прямо во время занятий. Само собой, в первую очередь можно подумать, что ее открыли дистанционно, через пульт. Но дело в том, что у трибун этой модели крышка открывается через специальную карту, которую нужно вставить в специальный разъем. Иными словами, мы видим произвольное открытие крышки, которую никто не трогает. Вероятно, это может быть связано с коротким замыканием или чем-то в этом роде. Деталь может быть и незначительная, но крайне увлекательная. Таким образом, остается загадкой только то, что разбудило Алексея в комнате хозяйки. Странный и непонятный звук падения тяжелого предмета. То ли по крыше, то ли где-то за стеной. Хочется поблагодарить всех причастных людей, которые помогли нам создать это видео. Гауган – это интересное место, которое нас встретило со всей душой. Вот, нам здесь разрешили делать абсолютно все. На нас здесь не смотрят, как на чудиков, потому что здесь люди, в принципе, образованные, которые чтят культ литературы. Тут очень прогрессивные педагоги, получается. Да, учитывая, что все, в принципе, довольно-таки взрослые люди, сознательные уже что-то, имеют какой-никакой опыт за своими плечами. И, тем не менее, эти люди, казалось бы, институт, а тут еще открыты к мистике. Но вот, все-таки люди открытые. И, слушай, был бы я, наверное, чуть-чуть помоложе, там, ну, вот сам на капелюшечку я бы, наверное, хотел... На полгодика. Хотел бы, да-да, буквально вот пару дней не разминулись. Да, я бы тоже хотел. Учиться здесь. Ну, исторически уникальное место, отличный педагогический состав. Я думаю, даже мы ссылочку в описании оставим. Конечно, оставим. Тем более сейчас такое время, мне кажется, что, ну, сейчас вот... Все кадры везде востребованы, все это. Да, сейчас очень много специалистов нужно, потому что сейчас время, хоть и очень своеобразное, по-своему тяжелое, но сейчас также смежно со всем этим, одновременно это время новых возможностей. Совершенно верно. А учитывая вот это место конкретное, в котором мы сейчас находимся... Русский Хогвартс. Это вот именно, да. Русский Хогвартс. Русский Хогвартс. Мы уже говорили, это сравнение такое в Гуслице, но здесь именно идет образование, это школа практически без пяти минут лесная, волшебная. Русский Хогвартс, может быть, внешне не очень похож, но исторический флер вот этот фоновый, который тут был, есть. Русский Хогвартс, даже на обложку можно так написать. Но тебя потом все равно спросят, а почему Русский Хогвартс-то? Аллегория. Слушайте, вы уже наговорились. Могу я, с вашего позволения, продолжить вести урок? Простите. Да, ну приключенца было. Сейчас во вкусную точку. Ой. Ну ты что творишь-то, Сереж? Как неловко вышло, извините. А? Да, извините. Собирай. Ну ты, Серега, бык вообще, а? Путь к успеху. Слушайте, ну такими темпами к успеху действительно придете. Извините еще раз. Гражданское процессуальное усложнение Германии. Вот что надо читать. Извините, пожалуйста, моего друга. Не извинитесь, извинись. Ну, извиняйся. Получается, сейчас будет наш самый дерзкий эксперимент. Дерзость его заключается в том, что мы на кладбище ночью, условно на кладбище, хотим для наших экспериментов закопать короб прозрачный, чтобы внутри установить камеру, освещение, диктофон и положить туда, внимание, рацию. И я могу сказать, что вот по левую руку от нас находится церковь в 100 метрах отсюда. Здесь же кладбище. Ну, это же видно, да? Отчасти, чуть-чуть. Самое главное, что никакого святотатства на территории кладбища мы не роем, как делают некоторые блогеры недоброжелательные. Тут едет кто-то? Да, я тоже, кажется. Да, едет кто-то. Да.